Спасатели, полицейские и врачи прибыли сегодня по тревоге на территорию автоколонны 1118. Здесь проходили учения. Горел автобус. В роли пострадавших – курсанты пожарные. По заданию для тренировки тяжело пострадали 16 человек. Врачи скорой помощи, не отставая от пожарных, выполняли главную задачу – переносили пострадавших на носилках в машину и увозили в больницу. Такие учения в Мурманске – не редкость. Взаимодействие всех аварийно-спасательных служб будет обсуждаться на общем собрании. А частота учений для службы нашей получается практически ежемесячно, это еще и чаще раз в две недели проводим учения. А такие совместные ежеквартально, можно так сказать.